Подбодрить маленьких пациентов перед походом к врачу легко. Активисты Щелковского отделения молодой гвардии провели акцию «Молодежь детям» в детской поликлинике номер 2. Кто в детстве не боялся похода к врачу? Пока юные щелковцы ожидали своего визита, в поликлинику пришли активисты Щелковского отделения молодой гвардии. Ребята регулярно проводят различные мероприятия в детских поликлиниках. В этот раз молодогвардейцы пообщались с детьми в детской поликлинике номер 2 и подарили им светоотражающие браслеты. «Молодежь детям» – добрая акция, необходимая для того, чтобы подрастающее поколение чувствовало поддержку старших товарищей. Сегодня мы решили просто прийти, поддержать деток, чтобы они не боялись ходить ко врачам, чтобы были всегда смелыми, раздали им подарочки, браслеты, вот, ну и сказали приятные слова, напутствие.